Комфортные условия жизни напрямую зависят от каждого сознательного гражданина, уверен Андрей Манько. На встречу с членами общественного совета мужчина пришел с конкретной целью сделать свой двор таким, как несколько десятилетий назад. Андрей помнит, во времена существования райкомов площадка 43-го дома по улице Енисейская была одной из лучших в районе. Среди цветов даже бил фонтан. По словам мужчины, территорию необходимо благоустроить, чтобы был доволен и стар, и млад. Знаете, вот это место отдыха во дворе, где они смогут просто отдыхать, уже было большое подспорье. Надеюсь, что мы наконец достучимся или, по крайней мере, будет какой-то контроль. На встречах проекта на связи с губернатором люди могут задать все накопившиеся вопросы. Общественники постараются ответить на каждый и найти пути его решения. В составе общественного совета микрорайона «Металлург-1» 16 человек. Среди них медики, строители, председатели ТОСов и просто активные люди, которым не безразлична судьба района. Совместными усилиями, уверены общественники, смогут и горы свернуть. Мы сейчас проблемные вопросы записали. У нас уже 101 обращение в общественный совет. Но их просто нужно будет решать. Созидание и совместная работа – основная цель реформы местного самоуправления, которая активно проходит в Самаре. Уже 13 сентября жители сформируют команду созидания на выборах в районные советы депутатов. Павел Бимаков, Павел Пресняков. События.